Здравствуй, чат. Иногда бывают такие моменты, бывают, когда ты, как обычно, сидишь, облился минеральной водой, поэтому сидишь весь мокрый, течешь, как я не знаю кто. И ты такой думаешь, блин, а чё я стрим-то запустил? Я же весь мокрый. Вот и я сегодня. Помимо всего прочего, я хотел поздравить девушек с 8 марта. Я не смог это вчера сделать, потому что мне было лень. Вот, но сегодня мне не лень, поэтому, девушки, оставайтесь всегда такими красивыми, умными, волшебными, чтобы у вас все было хорошо. А если у кого-то что-то плохо, то чтобы всегда нашелся белый рыцарь на белом коне, который сделал бы для вас все так, чтобы вы перестали думать о том, что плохо, и думали только о том, что хорошо. Вот. Я знаю, что я словопочище, но надеюсь, у вас все будет хорошо. Девушки-подписчицы лучше, чем мужчины-подписчики, примерно в 3 раза. Мужики, потом на 23-й я справлюсь, окей? Интересно, у него кожа под бровями потеет. Так, надо куда-то записать ник этого человека, потому что это, наверное, самый глупый вопрос. Где-то, наверное... Блин, с каких пор, чат? Я уже не припомню таких вопросов, серьезно. Боже, боже, это же просто классика. Кожа под бровями под... Так, иди сюда, где-то там есть. Аша Р. Просто превозносим в пантеон богов. Божественный комментарий. Надеюсь, у тебя все в жизни будет хорошо, потому что ты развеселил стримера. Хотя стример и так был веселый. И типа, спасибо тебе за это. Так. Алло, бля. Заходите. Можно войти? Открой, пожалуйста. Зайди, я сказал. Матрёна. Серьезно, боже. Они из чего сделаны? Я такая неуклюжая. Хватит дергаться. Хорошо, ладно. Придется доставать HTC Vive. Frostpunk. Новая игра от авторов This War of Mine обзавелась свежим трейлером. Подожди, это же игра от... Да. Туповат. Это же игра от авторов This War of Mine. Вспомнил такой. Только что прочитал, не вдумываясь, и вспомнил. Чё делаешь? Да. Я соевое молоко открыла, сейчас буду пить. Шоколадное соевое молоко. Шоколадное молоко, боже. Слушай, мы, по-моему, поторопились с выбором своих половинок. Возможно. Прикинь, сейчас налили бы тазик шоколадного молока и пили бы его огромными трубочками. Я тебе говорю, вообще, это было охеренно бы. Я вообще ничего другого не ожидал. Ой. Ну я вообще-то надеялся, что вы типа собрались в нем купаться. Ой. Голышом. Да, Даша, да. Что бы ни сказали, парень. Даша, это все ерунда, чтоб ты знала. Не верь им, не надо. Потому что у меня типа айпишник, он Дашу порит, ну в смысле запарывает стримы. Что-то как-то херово прозвучало. Я сделаю вид, что ничего не было. Ну, так, блин, давайте не разбегаться, у нас здесь монстр где-то. Только я не знаю, кто из нас монстр. А вот черта не получается. Я не виновата, ну камон. Да мы не удивлены на самом деле, все хорошо. Вон монстр, вон спереди. Камон! Да перестаньте, я еще типа не умею. Стой, девочка! Меня люди убивают. Давай, текушек, давай на нее. Мне кажется, дисбаланс, и нужно же сюда больше игроков. У меня лечение, у меня нет аптечки. Не стреляй. В смысле не стреляй? Это страшно, в смысле, в игре. Ясно! Не стреляй, говорит! Ясно! Да, вон Артур. В смысле? Ну, у меня на стриме игра такая. Паша, сейчас мы тебя убьем. Я думаю, что здесь хотя бы 2 монстра против 2 людей нужно, потому что жесткий дисбаланс. Монстр не успевает подбежать вообще. То есть, да, ну, да. Так это у вас только пистолет. Угу. Да. Монстр сзади. Меня убили! Дробовик упор, ничего. Я убила кого-то, темнотик. Артура убила. Ой, бедненько, я тебе помогу. Да ничего, никакие проблемы. Какие? Все в туалете замочу. Ясно. Голи победили. 200 этих очков с меня сняли за то, что я убила тиммейта. Вау, вот это было увлекательно.
А вот оно. Так, где вы? Че вы стреляете? Подождите, дайте разбираться. О, дробовик. Это мой дробовик. Да как ты взял это, блин? Боже, что с этой игрой вообще? Что мне... Наши бьют! А чё убивается чел? Вообще, алло. Я в него... Да блин, чувак, сзади, сзади! Я хилю. Ааа, меня свои убили! Вы меня убили, я теперь зараженный, вы мне ответите за это. Боже, что происходит? Боже. Какого хера? Я прям на вас... Прям на вас отреспаунился, what the fuck? Ну просто ломай. Хильтесь на один и все. Просто мясом задавим, давайте. Без 50. Они ничего не сделали. Они вообще ничего не делали. Дробовик тебе в очко! Кто-то кого-то бил, короче. У нас один Блэк остался в живых, да? Да. Шкерица где-то сидит, точно. Надо его найти, убить. Пить, скушать. У тебя все. Нашли, да? Я стою в самом срамном углу. Подожди, у него какое-то видение есть, что ли? Нет. Он поворачивается, да, стоит, смотрит такой 3 секунды. Я на него, короче, он... Ну, у меня нервы не выдержали, начал стрелять. Ясно. Вообще заставка, говно, пошли давай. Ты заставку смотрел, лол. Да смотри, он там что-то какие-то карты раскладывает, сидит какой-то... Поехали. Жирная акула геймер, обалдеть. Мне плевать, я молотом херачу, крыс каких-то. Хорошо. Жирная... Он пропал, ты зачем альтап называешь? Да-да-да, это было страшно так. Вставай. Тёма встал. Тёма. Всё. Я между двух, алло. Блин. Канахер. Да вон он, маг. Найди его! Давай гномика спасай! Да вы серьезно что ли? Блин, там еще один! Ну я в... короче... Да ёб твою мать! Блять! Чат, это ты нас спаунил? Да он нас спаунил! Чат, я вообще в шоке! Беги! Беги, оно формируется, Тёма! Тёма! Не могу, ну некуда сбежать! Да назад отступай! Да только вперед! Чё, все что ли? Рип? Всё. Чат, я отключаю чат. Я вы уж простите, но мы чат. Это не можем пройти с вами. Вы постоянно какую-то да, херь спавните. Это только ваша заслуга, то, что сейчас мы вас отключаем. Они, уровень, сука, дали. Только что на... Они наспаунили этих магов. Огня. Четыре мага! Это все, вся локация была в этих сраных смерчах. Чат. В принципе, понятно, как его бить. Надо ульты реально использовать, когда кого-то схватают, тогда шо? Намного легче. За нахер? Чат не помогал! Да, чат не помогал. Ясно. Даша, ты не туда вышла! Да, бля. Поворачивайся на Дашу, поток блевотины такой. Гречки поток такой. Гречки, да. Гречки, да. Ох и тварь! Он принял или нет? У меня Тир 2 заиграла эта музыка такая. Вот это вот. И тут Тёма такой. Это был тайминг. Здравствуйте. Здравствуйте. Я этот, я сейчас приду через 2 минуты, окей? Приходи. Не будем уж прерваться. Ёб твою мать, что это? Ух, я что-то испугался. Хотя, чё это я роликов-то боюсь? Хотя, другие ж боятся мои ролики на YouTube. Наверное. Кто-то неприятно как-то сипит. О, блядь! Проекты Кошмары ночью. Идеальный перевод, я считаю. Короче, по-моему, поиграли очень неплохо. Игра мне реально понравилась. Первая игра была странной, но мне не сильно хотелось ее выключать, когда все уже хотели выключать. Мне реально доставляла она. Ну, то есть, да, она там тупая и убогая, но все равно, по-моему, было достаточно неплохо. Вот, хотя игра сама была плохая. Очевидно, плохая игра. Вот, зато Vermintide игра просто отличная. В коопе сейчас заходит очень даже хорошо. То есть, мне реально понравилось. И вот это вот
кооперация с чатом, она тоже была хороша, и это тоже было весело. Как-то изменил скин Стима. Да просто введи в гугле скины для Стима, там будет расписано, ничего сложного тут нет. Вот. То же самое с обоями. Это Wallpaper Engine. Ну и в принципе, короче говоря, я хочу сказать, что спасибо, что сегодня смотрели. Сегодня было забавно, сегодня было неплохо. И при этом завтра, я думаю, будет еще лучше. Я еще хочу в SCP поиграть, но мне не хватает времени. Хочет, намного не хватает времени. Короче, как бы там ни было, пока я вам заговариваю зубы, такие хоп! И, короче, поставилась вот эта штука. Вот такие, боже, как он это делает? А он, между тем, это делает всегда правый. Вот. Спасибо, что смотрели, чат. Сегодня было реально хорошо. Увидимся и всем пока.